Переговоры по ядерной программе Ирана продолжились после дедлайна, обозначенного для достижения соглашения, но уже без министра иностранных дел России, Китая и Франции. Глава иранского МИДа заявил, что работа по переносу договоренностей всеобъемлющего соглашения на бумагу начнется после переговоров в среду. Однако заявление, которое продемонстрировало бы достижение общего политического понимания, пока не прозвучало. Именно доработке политического заявления было посвящено заседание представителей Ирана и шестерки международных посредников в среду утром. Ранее Лозанну покинули главы внешнеполитических ведомств Китая, России и Франции. Глава британского МИДа Филипп Хэммонд сообщил, что на переговорах достигнут значительный прогресс, но ряд ключевых аспектов требует дальнейшей проработки. Дипломаты говорят, что попытаются завершить работу над документом до конца дня. Последние 18 месяцев шестерка международных переговорщиков пытается убедить Иран в обмен на отмену санкций взять на себя обязательства, которые бы гарантировали, что эта страна не сможет создать ядерное оружие.